В Одинцовском городском округе в 2021 году в рамках реализации губернаторской программы «Светлый город» будет отремонтировано и установлено 272 светильника, 173 опоры освещения и заменено порядка 9 километров кабеля. Запланированные на этот год работы были отложены на следующий из-за пандемии коронавирусной инфекции. В следующем году будут проведены все работы по установке и замене светильников, опор освещения и кабелей в кратчайшие сроки, заверил глава муниципалитета Андрей Иванов.